дня. Земля сделала свой первый шажок и вышел когда-то на земле дорогу и понял, что это разбой и пари. Частица великой отчизны моей. Мы начинаем наше путешествие в России. На льду учащийся клуба «Альстрия», победителя российских международных соревнований взрослых людей. Впервые учащиеся клуба вышли на льду в 2005 году. Начиная с 2010 года, члены клуба активно принимают участие в соревнованиях как российских, так и международных. За 10 лет существования клуба было поставлено и показано более 100 номеров. Thank you.